Если ты творческая личность, не боишься трудностей, умеешь выстраивать отношения, имеешь колоссальное терпение и просто любишь детей, то стань просто учителем. А если ты умеешь планировать бюджет не хуже Минфина, если у тебя математический склад ума и просто ищешь классную работу, то иди на учителя математики. А если ты хочешь использовать современные информационные технологии, оценивать качество и отбирать информационные электронные образовательные ресурсы, владеть современными информационными методами, средствами обучения, то иди на учителя информатики. В нашем институте математики и информатики Северо-Восточного федерального университета в направлении бакалавр имеется два образовательных программ. Первая программа 440301 «Педагогическое образование. Профиль математика». Форма обучения очная, срок обучения 4 года, 20 бюджетных мест, одно платное место. Закончив это направление, наши студенты становятся учителями математики в общеобразовательной школе, могут работать преподавателями математических дисциплин в колледжах, техникумах, институтах, университетах, стать работниками социальной и культурно-просветительской сферы, тьюторами в образовательных учреждениях или просто продолжить свое обучение в магистратуре. Второе направление 440305 «Педагогическое образование». Профиль, два профиля, информатика и математика. Срок обучения 5 лет, форма обучения очная. Точно так же, как и чистые математики, они могут идти работать учителями математики и информатики в общеобразовательных школах, преподавателями в колледжах, техникумах, институтах и университетах. Кто закончил бакалавр, может продолжить свое обучение в магистратуре. В связи с этим в нашем институте имеется две магистерские программы. Первая 440401 «Педагогическое образование», направленность информационные процессы в технологии и технологии обучения математики. Форма обучения очная, срок обучения 2 года. Миссией нашей программы является подготовка конкурентоспособных специалистов, готовых к решению проблем обновления качества математической подготовки учащихся в основе разработки, внедрения и управления образовательным процессом новых методик и технологий обучения математики. И вторая программа 440401 «Педагогическое образование», учитель-исследователь в области математического образования, форма обучения заочная, срок обучения 2 года, педагог, создающий новые направления в обучении, новые разработки в науке. У него обязательно творческая работа, требующая умения анализировать, оценивать, классифицировать и особенно моделировать. Дорогие абитуриенты, мы вас приглашаем поступать в педагогические отделения Института математики и информатики и ждем вас. Учитель – это не просто профессия, это образ жизни.